Слушайте, но хлеб с маслом никто не доедает, последний кусок и сухарь нормально не получают, как вы видите, из их одежды, из путешествий и так далее. Все, ребят, хорошо, приходите, узнаете. Ну, конечно, многие участники учатся, ездят на сессии, поэтому если вы учитесь заочно, без проблем, мы спокойно вас отпустим на сессии. Если очно, ну, не вариант, а заочно проблем нет.